Во всем угроза. Россия проведет десантную операцию, вывезет Пашиняна в Магадан. В чем угроза? Россия не граничит с Арменией. Но очевидно, что слова такого рода – это всегда не более чем слова. Ну, можно сказать, что Евросоюз не проживет без России. Но в Германии рецессия. Ну, хорошо, но Германия-то на месте стоит. Когда ты реагируешь на такие вещи, всегда нужно ограничивать себя в реакции. Потому что угрозы в этих словах я не вижу никакого, а отношения действительно напряженные. А Россия имеет в виду, что Армения, уступив Карабах, уступив районы, сопряженные с Карабахом, показала свою слабость. И без России Армения никогда не станет сильной, хотя бы потому, что в этом никто принципиально больше не заинтересован. А Россия в течение длительного времени, лучше, хуже, так как бы справлялась с безопасностью Армении. Да, из этого ничего не получилось, но здесь много причин. Если считают в российском руководстве, Армения и дальше будет занимать собственный курс и не прислушиваться к тому, что говорят в Москве, то она как бы рискует потерять остатки своей безопасности, потому что Запад их гарантировать не будет ввиду ряда сложных геополитических причин. А больше, кроме России, никто этим и заниматься не хочет. От Азербайджана она, очевидно, исходит, потому что, собственно говоря, дело не в том, что она исходит здесь, сейчас и непосредственно. Она исходит как фактор, с которым Армения уже не смогла справиться. Очевидно, что геополитическое размежевание между Арменией и Азербайджаном не завершилось. Азербайджан будет продолжать настаивать на восстановлении сухопутного коридора в Нахичевань. И пока этот вопрос не будет решен, Армения не получит те гарантии безопасности ни от Азербайджана, ни от Турции, которые она хотела бы получить.